Всем привет, вы на канале Будет Понтиф, и мы продолжаем играть в нашу таверну. Посмотрим, что там будет дальше. Всех рад видеть. Погнали. Блин, музыка какая. Качает. Ладно, продолжим. Так, мы остановились на том, то что нам нужно, насколько я помню, нанять еще одного официанта на уборщика. Сборщик, наоборот, еды. Что-то не то. Ну ладно, следующий день. Денег нет. Ну, продукты у нас пока есть. Смотрим на посетителей. Все разные. Какая-то бар, какая-то путешественница. Монах. И вообще прикольно сделано. Ну, конечно, не вот прям. Но... Не знаю, я... Она сейчас... В стиме по акции была, поэтому свои-то деньги можно в нее попробовать поиграть. Оп-оп-оп. Чё-чё-чё, заказ приняла? Или чё? Ничего не приняла она. Так, значит... Чё меню? Чё с меню? Повысить тарелка. Новый уровень. Ё-моё. Так, поднять уровень, да, давайте поднимем. Разлив напитков. Перенос. Больше и больше посетителей. Чтобы он больше напитков налил. Так, и нам нужен работник. Нам нужен работник-официант. Блин, у всех настроение. Официант какие-то одинаковые, что все, я не пойму, это только у барменов, что ли, да, вон у барменов отличаются максимальные клетки. Буарук я видел, в прошлой серии замечал. Вообще каждый поданный десерт, то есть можно его нанять, поставить его чисто на десерты, а того поварен чисто на супы, да? А остального, например, третьего повара, ну потом в будущем поставить на остальные блюда. Плюс доход будет работать. Ладно, официантку нам надо. Давайте на ухудшение. Ну, настроение тогда, чего? Какую только? 2, 2, 9. Чего? Нам не интересно. Скорость лестницы. 2, 2. Ну вот эту, да? Нет, вот эту. Так, ее нам надо. Где она? Первая уборка. Что значит вынос? А значит, вот это... Сюда. Ну
Вот она первая. Оп, все. Она работает только на вынос. Заказ пришел. Все. Все. Четко. Пусть она еще на уборку работает, потому что чтобы она не стояла тоже. Напитки, вот это все, это самое главное вынос. Нет, ладно, не надо. Чтобы без дела тоже не стояло. Так, мы немножко денежек заработали, а у нас исследование какое там идет, я не помню. Эль, да? Надо повара, наверное, найти. Вот что он у меня делает? Ну, у нас супов нет вообще, как бы. Алло. Он стоит вообще без дела. Никто ничего не заказывает. А что у нас там повар? Бармен тоже стоит. Да, ну все, заканчивается день. Вообще надо, может, как-нибудь украсить. Не хочется пока этим заниматься, пока полностью не построили. Как переносить, я так и не понял. Ну, по крайней мере, пока что. То есть, может мебель надо взять, да? А, ну все, да, вот. Что это такое? Ё-моё, все, вещи. Это что? Вот это что такое? Нижняя полка. Ну, это явно не на первый этаж. Да, ну, какой-нибудь элитный второй. А тут вообще есть лестница-то? Как его стойка с оружием для на улице ставишь для местных драк, так не поверю. Музыкантов надо поставить обязательно. Еще у нас тут какие-то расстояния такие большие на самом деле. То есть можно ведь поуже поставить, повыше. Как бы, по факту. Ну ладно, по факту лучше не будем стоять. Вот поуже, да. Фу, нет. Ну хотя бы вот так вот. У нас получится. Здесь можно уже и повыше поставить. Че толку? Нет, мы хотели подиум. Где он? Я подиум вот сюда поставил. Да, сейчас. Да, подожди. А, чувак сидел. Недоволен. Блин, прости. Я не хотел. Как бы хотел, но не подумал, что ты тут сидел. Не получится пока что. Ну, еще по центру типа так. Ну, по основному вот так вот. Опа-на. Длинный стол. Черный ворон, типа.
Пусть будет черный тогда. Да? Черный ворон, а наверное, черный ворон. Ну что ты? Примерно как в обычной фэнтези везде. Подожди, так, сейчас перейдем к другому, там есть плитка. Какая плитка? Какая-то. Это текстура, да? Где эта плитка? Текстура пола, вот она. Нет, это же таверна обычная. Мне кажется, деревянный пол в таверне как-то, ну, прикольно. По крайней мере, пока. Дождик, сейчас я по-любому там должен заходить. А что музыкантов нет? А, группа 1, участник, 8 песен, плюс 7. Гости ждут на 10. А, на 10 больше на этом тоже. 50 в день, 100 в день. Ну, давай вот 50 в день. Где музыкант? Алло. Он расширяется вообще, конечно. Вообще меня интересует супы. Почему мы до них никак не дойдем? Где супы вообще? Где котелок? Вон, да нет, у нас где редкие-то? Я вообще их не вижу. Они есть? Ну давай гриль тогда поставим. Я не знаю, я не видел гриль. Прокачать еще не нужно, тут напитка. Что, день закончился уже? Все, в минус идем. Но продукты заканчиваются. Что с тобой? Чё, блин, офигел? Я тебе поднял зарплату. Так мы что-то открывали ведь. А чё мы открывали? Но что он не ставится? А, денег нет, понял.
ты что, офигел что ли? Я тебе что, зарплату поднял? Настроение тебе какое? Тебя уволю нафиг сейчас. У меня не будет с тобой проблем. Пока все минус идет вообще. Как же? Ну еще вот шпорить без перерыва, мужичок, блин. Опа, опа, подозрительная личность. Сидит с монашкой. Еще монаш. И эльфом. Ну, мне кажется, эти ребята что-то определенно задумали. Капец вообще. Ты там еду соберешь, нет? Значит, человек стоит. Повар, ты еще ничего не готовишь, ты не понимаю. Ругается на тебя официант. Взял чувака для субопрена, а в итоге мы субопрена и не умеем делать еще в самом начале игры. Так что учтите, будете создавать, берите, кто десерт делает. Будет вам прибыль. Основные блюда, скажи мне, это что? Десерты вынести, это вынести. Да мы же подавали, толку никакого вообще. Безобред. Я не знаю, я не понимаю.
хлеб, что ли, они подавать? Эль тоже не подавать. Блин, ну еще немного. Это бесплатно вообще. Это как не вписывается у нас противопожарная система. Thank you.
Эл, у меня нечего красть. Иди отсюда. Че такое происходит? Ты че? То есть я купил эту бочку за пятихат. Что с тобой происходит? Я не понимаю. Тебе плохо? От чего? Главное блюдо. Хлеб. Ну, товар, да, этот вообще самый, блин, у меня счастливчик вообще просто работает. Работает. Ладно, хоть строительство закончили. Такая безделья, значит. Взял, спер бочку, блин, полную эля. Вообще, открыл дверь. Спокойно. Ничего не... не скрывая. Взял, зашел. Спер бочку, блин. Нормально вообще, нет? То есть ничего никого не смутило там. Факел поинтереснее вообще выглядит, на самом деле, чем свеча. Thank you.
Я сперу, я не прикол, блин, вообще. В ногу вот такой приперся. Где охранник-то вообще у меня? Или он ночью остается? На улице не стоит. Ну, счастливый мужик, ну, новый десерт. Плюс 5 монет. Посетителей надо увеличить, конечно. Индолинство, смотри, другой какой. Сиденья какие есть? Блин, это есть? Кстати, что у нас там, я помню, может было мероприятие какое-то пахнуть. Обычная вечеринка, гостей 20. Празднование военной победы. Понятно, нам надо 600 престижа накопить, чтобы настроить обычную вечеринку. Поэтому мы и стали. В смысле, а почему цена напитков нельзя начать? Почему только больше официантов? Потому что камин грили нужно. Я понял. А, приходили гости, раз 8 осталось, было это 10. 150 монет стало. Так, что у нас тут по еде? Это наша главная фишка. Десерт с пивком. Вообще идеально. А
романтика средневековья. Мясо и овощи у нас как были с самого начала игры, так они у нас и лежат. Все нормально, не портится продукт. Я думаю, в те времена было самое лучшее хранение просто продуктов. Так, все, пока на еде хватит. Бочки у нас почти полные, поэтому тоже не буду пока на этом заморачиваться. Вы хотите сказать, меня повар не успевает делать или что? Он вроде даже иногда стоит. Еще одного надо, что ли? У меня тогда продуктов не хватит. Десерт у нас уже есть. Ну, основные блюда пусть будут. Основные блюда. Значит, значит, что? Как это отменить напитки? Как их отменить? Если надо давать целый день только основные блюда. Только основные блюда целый день. Не помню, но как... Увольнять я не хочу его, смысл. Напитки, ну вот официантам типа напитки запретить. Тебе делать только основные блюда. Тебе делать только основные блюда. Попробуем еще раз, ладно, если это тоже не прокатит, я тогда точно не знаю, что делать. Сейчас вот, может, даже метку купим. Если только обычный стать, обычный не пишу. Что это, полотенце? Освещение давайте. Нельзя, да? 1000 рублей. Вот это я хотел еще вот сюда вот поставить. Мне кажется, он сюда прям идеально вписывается в эту дугу. Я тут освещение нет. Наверное, может освещение лучше сделать. Но оно все равно освещает как это. Дыма-седыма. Дыма-седой. Но самое главное вот это странно, да. О, идеально. И вода где-то идеально, вот она, да? Ну есть сейчас сюда. Алло, почему ты в угол-то ставишься? Ну и не надо, значит. Так, основные блюда целый день. Все, погнали. Без напитков. Конуха. Тут нет, не приходил больше никого. Астель был. Сейчас или нет, никто не приходит.
Хватит наливать, ё-мо, я не понесу. Можешь угомониться, дядя. Напитки, у меня такое ощущение, что идут как не буду, ладно, пока еще нет. Я понял. Я же отключу, нет этого мини. О, хлеб попёр. Интересненько получается. Напитки, наверное, не считаются, мне кажется, с одной стороны, потому что из меню, там меню нельзя отменить напитки. Напитки можно так отменить, но он их все равно наливает. Поэтому, значит, напитки идут и идут, а еда только основные. Повара вообще ничего не делает, одни официанты херачат. С барменом. Музон, да, вам не нравится.
День закончился, задание я должен был выполнить. По-любому. Прям 100%. Да, выполнил. Ура! Монеточки. Так, что делать? Переключаем меню обратно. А потом, ты у нас что делаешь? Когда подано основное блюдо, ты так остаешься. А ты у нас за десерт, да, отвечаешь, все. А, все, начинаем. Опа! А тут охранник! Чека! Пошел отсюда. О! А то. Не! Сразу знал бы, сразу бы был охранник, ё-мо. Купи новую бочку Эли. Я предлагаю сначала купить еще или не покупать. И купить. Давай еще один стол возьму. Все, на этом мы остановимся. А, пока не буду тебя повышать, у тебя все хорошо, ты радостная. Пока я не буду повышать тебе зарплату.
Защититель особый. Бесплатный продукт. Что-то он такой противный. Что там? Ну все, теперь у меня еще лучше продукт. Это что? Повысили. Персонал нанять, повара, центр охраны. Какой-то старый. Юго. В смысле, что, одного только можно, что ли, охранника? Денек закончился. Давайте на этом закончим, наверное, на сегодня. Да. В общем, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Ждем, приходите, смотрите, веселитесь.